Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Arctixan. И сегодня вы увидите гайд на СКС. СКС — это модернизированный самозарядный карабин Симонова. В нашей батле представлен как быстрая и убойная полуавтоматическая снайперская винтовка. СКС становится доступна игрокам с 21 уровня. Ее стоимость такова: с анлоком 7469 фунтов, без анлока 1469 фунтов и на один день 79 фунтов. Странно, но СКС нельзя купить за кредиты, как другое оружие разведчика. В настоящее время карабин доступен в наборе за 6500 фунтов. На этот набор я тоже делал обзор, ссылку вы найдете в описании. Ну а теперь перейдем к показателям нашей СКС. Урон в тело на дистанции от 0 до 27 метров 35-41, от 27 до 44 метров 32-36, от 44 и далее 24-28. Боезапас по 16 патронов в 3 обоймах, всего патронов 48. Скорострельность 277 выстрелов в минуту, скорость пули 600 метров в секунду, перезарядка 4 секунды и максимальная дальность около 335 метров. Также по сравнению с другими полуавтоматами разведчика, СКС обладает наименьшей отдачей, хорошей кучностью и разбросом. Отдача вверх составляет 1,4, влево 0,65 и вправо минус 0,65. Ну а теперь перейдем к обвесам на СКС. Ваш прицел зависит от расстояния, на которое вы будете стрелять. Если оно меньше 100 метров, то вам хватит стандартного прицела 3 уровня. Если же это расстояние свыше 100 метров, то советую поставить баллистик. На ствол ставим Precision Barrel, он же ствол точной стрельбы при магазинах Viper, так как вам не нужно будет продлять урон по дистанциям, потому что мы всегда будем убивать врага с 3 пуль. При этом стволе у нас максимально увеличивается скорость пули и улучшается bullet drop. Если же у вас нет вайперов, то ставьте ствол Predator, чтобы немного сохранить урон по дистанциям. Ну и на магазин, как я уже сказал, лучше подойдут вайпера, чтобы убивать врага с 3 пуль в тело. При них наш урон не опустится ниже 34 единиц. И приклад. На СКС идеальным прикладом является Церберус, так как он снижает отдачу на уровне Немезиса без потери в уроне. Но если у вас его нету, то ставьте стабилизирующий для средних дистанций и тактический либо Тандерболт для дальних. Это делается для того, чтобы вы не теряли врага из виду при стрельбе на дальних дистанциях. Ах да, ни в коем случае не ставьте приклад Немезис, так как понижение урона для СКС очень критично. У СКС очень удобный стандартный прицел, он такой же, как у М14 и М110. Такой прицел хорошо подойдет для таких карт, как Шарки, Басрак, Аркант и тому подобное. СКС обладает приятным внешним видом и звуком выстрела, а также одним огромным плюсом. Это то, что у СКС не остаются следы от пуль после выстрела, как у других полуавтоматов, либо болтовок. Поэтому с ней очень удобно рашить, либо кемперить. Давайте перейдем к плюсам и минусам СКС. К плюсам смело можно отнести практически все показатели винтовки, такие как отличная и размеренная скорострельность, урон, позволяющий убивать врага с 3 пуль при наличии вайперов, хороший боезапас и довольно быструю перезарядку. Если подумать, то и минусов у СКС почти нету, разве что довольно высокий 21 уровень анлока и невозможность купить оружие за кредиты. Я подумал и не стал относить отдачу СКС к минусам, так как она у нее средняя и ее можно легко контролировать. При стрельбе не стоит очень быстро кликать на левую клавишу мыши. Лучше подождите, пока пройдет отдача, возьмите небольшое упреждение и стреляйте. Теперь поподробнее о тактике ведения боя с СКС. Старайтесь держаться от врага на расстоянии, прячьтесь за укрытие, не сталкивайтесь лицом к лицу с врагом, а пытайтесь обходить его с фланга, либо в тыл.
СКС не очень любит городские условия, потому что у врага почти всегда есть возможность скрыться за углом, пока вы в него целитесь для третьего выстрела. Поэтому я советую использовать СКС только на открытых пространствах. Ах да, чуть не забыл вам рассказать о трех всеми любимых плюсах СКС. Это наилучший буллет-дроп, максимальная дальность и наибольшая скорость пули в классе разведчик. Только СКС и немного М110 способны убивать на расстоянии 360+. Но это не так уж и просто, как вам кажется. Максимальная дальность, на которую способна выстрелить СКС, составляет 407 метров. Ну вот и на сегодня все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился мой гайд. Оставляйте комментарии, лайкайте, если вам понравилось видео. И не забудьте подписаться. До скорого!